На 87-м году ушел из жизни советский российский актер театра кино, педагог, театральный режиссер, народный артист Российской Федерации Виталий Коняев. Первый муж актрисы Нины Дробышевой, отец актрисы Елены Дробышевой. Он родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. В 1958 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Далее был актером Государственного академического малого театра. Снимался в кино. Его самая известная роль – Сергей Вахминцев в драме 1964 года «Тишина» режиссера Владимира Басова. Также сыграл в картинах «Песня о Кольцове», «Белый флюгер», «Город под липами», «Щит и меч», «День за днем», «Вариант Омега», «Слушать в отсеках» и другие.